уважаемые коллеги, начнем работать. Мест дефицита убирать, я думаю, что, скорее всего... С начала года мест для автомобилей стало на 3500 больше, чем в прошлом. Сегодня администрация планирует строительство многоуровневых парковок в микрорайонах Левобережной и Новокуркино. У нас подобрано суммарно несколько гектар сейчас территорию, которую мы уже одобрили. И на такой большой территории мы можем несколько тысяч, подчеркиваю, машинных мест именно в этих двух районах в ближайшей перспективе построить и предоставить нашим жителям. Также на совещании обсудили развитие молодежных движений и их участие в форумах, один из которых пойдет в ближайшую пятницу. Лаборатория возможностей – это 6 локаций, творчество, спорт, какие-то задания, участие в каждом день. И каждый день, он стартует, как и каждый день, коллеги.